Эти кадры мы снимали весной этого года, тогда в парке Наурыз в Сайраме. Чиновники обещали начать работы по реконструкции летом. На календаре осень, а работы так и не начались. Построенный 20 лет назад парк Наурыз в Сайраме сегодня пустует. Местные жители своими силами ухаживают здесь за деревьями, подметают территорию. Ну а гордость парка, кольцо обозрения, которое привезли из Украины, сегодня в плачевном состоянии. Местные жители рассказывают, что с высоты кольца обозрения можно было наблюдать весь город. Житель Сайрама Хайрат Атабеков каждое утро приходит в парк, чтобы убрать территорию. Хайрат рассказывает, что в парке сотрудники ЖКХ работают до 5 вечера, а ночью парк открыт, охраны нет. И потому на утро на территории парковой зоны можно найти все, что угодно. Груды мусора, бутылки и местных бомжей. Раньше этот парк был прекрасный парк. Вот видите, уже деревья вот выросли, уже такой парк, по-моему, можно там реконструировать. Отлично будет. Здесь вода была, вот бассейн. Тоже с силом народа был построен, колхозом. Купались дети. Территория парковой зоны Наурыз отдана городскому отделу ЖКХ. Те, в свою очередь, говорят, что смета составлена и даже выделены деньги на реанимирование парка. Но работы начнут только будущим летом. Какая судьба ждет парк Наурыз и будет ли он когда-нибудь уже приведен в порядок, это большой вопрос. Ну а местные жители теперь уж просят власти об одном, чтобы поставили на ночь у парка полицейских. Шудин Саидов, Константин Исупов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».